Еще раз отмечу, что окончательные итоги воскресного голосования избирательная комиссия Хакасия гласит завтра. Тем не менее, ситуация по выборам глав городов уже более-менее ясна. В Сайногорске предварительно победу одержал Михаил Валов. За него отдали свои голоса больше 42 процентов избирателей. Ближайший соперник, действующий мэр Леонид Быков, набрал немногим больше 18 процентов.